Добрый день, дорогие коллеги. Здравствуйте. Начинаем потихонечку собираться с вами. Как меня видно, как меня слышно? Подскажите, пожалуйста, все хорошо ли? Так, вижу плюсики, значит, все замечательно. Так, слышно, да? Здорово. Дорогие коллеги, пока потихонечку собираемся. Я представлю себя, представлю свою коллегу, которая вам сегодня расскажет о потрясающем таком отеле, который называется Raffles The Palm Dubai и Hyatt отель Дубая. Это замечательная Анастасия Плехова, вот, которая присоединится к нам чуть позже. А сейчас вначале я, конечно, представлюсь тоже, расскажу о нашей компании, компании Артур. Меня зовут Анжелика Зимина. Я менеджер отдела маркетинга и развития агентской сети компании «Артур». Вот в нашей компании я для агентств, так сказать, друг, товарищ, боевая подруга, если нужно, профсоюз. Вот как вам нравится, так и называйте меня. Но на самом деле в нашей компании боевой подругой быть не приходится, потому что у нас обычно все решается хорошо и полюбовно. Вот. Вначале хочу сразу сказать, что, пожалуйста, если у вас будут вопросы ко мне или к Анастасии, задавайте их параллельно, потому что я потом отключусь и передам слово для Анастасии. Вот. Что хочется сказать в первую очередь, наверное, о том, что компания «Артур» в этом году будет праздновать свой юбилей. Для нас это огромное событие. В этом году компания «Артур» исполняется 30 лет, чем мы, безусловно, гордимся. Вот, это 30 лет большой работы, плодотворного сотрудничества, с открытия новых стран, развития новых стран. Конечно, основным из наших направлений, первым, наверное, основным, это является Эмираты. То есть в 90-е годы, когда только мир начинал летать, путешествовать, и когда мы для себя открыли такое направление Эмираты, начали в нем совершенствоваться, и, конечно, оно по сей день является лидирующим и первым для нас направлением. Тем не менее, мы работаем на данный момент со всем миром, но если говорить прямо о данном моменте, то с теми странами, со всеми теми странами, которые сейчас открыты. Вот, поэтому, пожалуйста, обращайтесь, не забывайте, что у нас есть все континенты нашего мира, и мы со всеми работаем. Средний опыт менеджеров наших 17 лет, вот, это безусловно очень здорово, потому что в одном направлении они расширяют свои знания и способности все больше и больше, тем самым давая вам возможность больше лучше понимать нас, работать с нами. Мы можем делиться с вами своим опытом, что мы и делаем, собственно, читая вебинары, летая в рекламный тур вместе с вами и постоянно оказывая вам всевозможную поддержку при бронировании. Вы знаете, что вы можете всегда позвонить, то есть вам ответит не колл-центр, а непосредственно менеджер отдела продаж или менеджер того отдела, куда вы звоните. Вот, постоянно с вами на связи являемся. Вот, и, конечно, будем всегда вам подсказывать, помогать. Для этого, собственно, мы здесь и работаем. Потому что для нас очень важна эта работа с агентствами. Как, наверное, многие все знают, компания «Артур» – это компания, туроператор, которая работает только с агентами. Это для нас принципиальная позиция, что, конечно же, я думаю, дает вам возможность понимания того, что ваши клиенты никуда не переметнутся, так скажем, да? Вот, и стартовая наша комиссия 10%, и не процентов меньше. Я знаю, что есть такие наши коллеги, которые дают намного меньше. У нас, конечно, меньше 10 нельзя, а можно только больше. А это зависит только от объемов продаж. То есть от 50 тысяч долларов – это 11% комиссия, от 100 тысяч долларов – это 12% комиссия. И всевозможные поддержки, акции, мотивационные программы, о которых я расскажу чуть позже. Поэтому, пожалуйста, бронируйте, пишите.
Вот, если кому-то кто-то проверит свой объем, зайдет в личный кабинет, не хватает пару тысяч долларов, так скажем, да, для повышенной уже комиссии, пожалуйста, пишите мне, все обсуждаемо, мы очень лояльные, гибкие в этом вопросе. Всегда готовы обо всем разговаривать, обсуждать. Также, если у вас есть какие-то предложения по каким-то мотивационным, возможно, программам, то, что мы, может быть, порой там для вас еще не придумывали, а вы знаете, как для вас будет лучше, мы всегда открыты для диалога, вы можете писать на почту отдела маркетинга или на мою почту zimina@artur.ru, я всегда с вами на связи. Не могу не поделиться такой замечательной новостью о том, что у нас интеграция с практически со всеми мировыми цепочками крупными, да, на рынке, которые представлены сейчас на слайде. Это дает нам возможность быть более конкурентными по ценам. То есть о чем это говорит? Как это вообще в принципе происходит? Когда вы зайдете к нам в онлайн, да, вы увидите там, возможно, такую цифру, называется Dynamic Price. Что это такое? Это те цены, которые идут от отеля, попадают прямо сразу к нам в онлайн напрямую, то есть без помощников. Например, о чем я говорю? У нас есть, все знают, да, у каждого туроператора есть свой отдел тарификации, в который приходят контракты, которые сидят и делают самую скрупулезную, сложную работу, наверное, в мире. Это работа с цифрами, ну, по крайней мере, для меня, да. Вот, забивают все цифры ручками, вот, параллельно наши другие коллеги, они, значит, проверяют цены на рынке, да, с нашими конкурентами, выявляют, где мы, возможно, слабее по цифрам, да, находимся, тут же запрашивают какие-то флеш-сейлы, специальные предложения, то есть это постоянно такая командная огромная работа, которая проделывается, но это говорит... То есть только об одном, что цены идут и напрямую к нам из отеля, и наша команда работает параллельно, изучая весь рынок. Это говорит только о том, что наши цены всегда будут более интересны для вас. Вот, поэтому, пожалуйста, смотрите у нас в онлайне, вы всегда это можете сами посмотреть и проверить. Мы всегда как бы за. А вот, как я и говорила уже, этот слайд для того, чтобы дать вам понять, что мы работаем со всем миром. Вот, также у нас есть каталоги, которые вы можете скачать в электронном варианте себе, да, сохранить, QR-код можно навести, посмотреть. Вот, также, если вдруг вам необходимы бумажный вариант, да, есть такие любители и ценители бумаги для клиента на журнальный столик, всегда, пожалуйста, пишите также письма, мы почтой отправляем, это все как бы несложно. Дальше, как я уже говорила, акции для турагентства у нас на главной странице сайта, если вы зайдете, есть раздел акции, и дальше переходим к акции для турагентств. Здесь мы публикуем все самое интересное, здесь публикуется все то, что зажигает вам глаза, вас мотивирует, что дает вам возможности зарабатывать больше, вот, что дает возможность... рассказывать своим клиентам, какие же есть еще прекраснейшие отели, которые помогают нам для вас делать какие-то особые и особенные программы. Отдел маркетинга постоянно над этим работает, сидят, придумывают, очень креативный у нас отдел, поэтому, пожалуйста, не забывайте просматривать этот раздел, все делается для вас. От подарков машин до каких-то сертификатов, Литуаль, Азбука вкуса. Ну и, конечно, не только такие, а есть еще такая у нас акция, на которой на рынке уже 14 лет, где мы дарим золото 24 карат. Я думаю, что, наверное, многие про нее уже знают, потому что мы всегда говорим об этой акции на вебинарах, мы всегда приезжаем в регион и рассказываем о ней, и она уже 14 лет и признана как лучшая акция для турагентств нашими международными партнерами, называется она «Золотая лихорадка». Вообще, что это такое? Вы работаете, нарабатываете свои объемы, попадаете в топ-20 и получаете за это золото 24 карат. Те, кто попадает в топ-20, мы делаем тур, нельзя его назвать рекламным туром, это эксклюзивный тур, вот, который мы
подготавливаем, знаете, мы готовимся к этому год целый обязательно, готовим самое интересное, самое что-то эксклюзивное, невероятное, то, что даже другой раз планируя свой отдых и не подумаешь об этом. Наших агентов встречают на красных Феррари у трапа самолета. Мы отправляемся на трекинги к горным гориллам, которые занесены в Красную книгу. Мы летаем во всевозможные уголки мира, куда не ступала практически нога человека. В общем, все самое-самое эксклюзивное и интересное мы это делаем для вас, для наших агентов, для топ-20. Кто попадает в топ-21-35, получает также от нас подарки. Это золото, которое мы рассчитали для топ-20, мы конвертируем. 1 грамм золота равен 40 долларам. Считаем, суммируем все, подготавливаем вам сертификат, это виртуальные граммы, вот, и вы можете ими расплачиваться за рекламные туры, вот, в течение года, который вот именно год лихорадки. Год лихорадки, он стартует каждый год 1 июня, заканчивается 31 мая. Вот мы подводим итоги, а потом в первых числах июня собираем мероприятие большое, на котором рассказываем, кто входит у нас в наш топ, вот, и вручаем ценные поощрительные подарки. И вот также, вот, как я говорю, уже топ-36-50 получает подарки от нашей компании, от наших партнеров. Как правило, это бывает проживание в отелях, какие-то авиабилеты. Вот, поэтому, пожалуйста, работайте, нарабатывайте баллы, летайте в эксклюзивные путешествия, получайте свое золото. Вот, свой рейтинг можно отслеживать в личном кабинете. Каждый понедельник он обновляется. Все очень просто, если вы сейчас задумались посмотреть, где это можно сделать. Пожалуйста, заходите в личный кабинет. Третья вкладка, третья строчка. Все очень просто. И будет написано рейтинг агентства. И проверьте, на какой сегодня позиции вы. Также у нас есть замечательная акция Flash Sale, дешевле, чем вы думаете. Что это такое? Знаете, я обычно объясняю это вот так. Я знаю, что вам как агентам приходит клиент, да, и говорит, я хочу то-то и то-то. Конечно же, вы начинаете открывать 100 вкладок у себя в браузере, всех туроператоров, все пересматриваете, все изучаете, вот, и делаете колоссальную работу. А вот здесь мы сделали все уже за вас. А здесь мы уже все проверили, все посчитали, запросили дополнительные скидки также у наших партнеров и уже вывесили интереснейшие предложения на рынке вот на этой страничке. Она находится на главной странице нашего сайта. Вы можете с ней ознакомиться в любой момент. Поэтому, пожалуйста, не забывайте, это сделано тоже для вас, для вашего удобства, чтобы вы могли в любой момент зайти, не теряя своего времени, и подобрать то, что будет удобно и выгодно. Блоки мест на Fly Dubai у нас. Наверное, многие знают, что в последнее время мы не особо берем блоки, да, мы все-таки не рискованные ребята, возможно, поэтому нам 30 лет уже. Вот, мы взяли блоки на Fly Dubai, обязательно, чтобы помочь нашим региональным коллегам, да, для лучших продаж. Поэтому, пожалуйста, запишите себе или сфотографируйте, сделайте предскрин экрана этот слайд. Также у нас информация представлена на сайте, и в онлайне уже все посчитано. Обращайте, пожалуйста, внимание. У компании «Артур» есть своя собственная принимающая компания в Арабских Эмиратах. В прошлом году мы отметили ей 10 лет. Свой собственный парк автомобилей, большая команда, которая работает с вашими клиентами 24/7. То есть, передавая клиента своего в наши руки, вы можете ни о чем не переживать. Они с ними будут всегда на связи. Нужна сказка на ночь, пожалуйста. Маминым голосом все могут, потому что кто как не вы агенты, знаете, какие эксклюзивные вопросы, запросы могут быть у ваших клиентов. Поэтому наша команда всегда готова прийти на помощь с такими вопросами, непосредственно находясь на отдыхе.
И, наверное, я не знаю, кто еще не знает про уникальнейшую выставку, которая проходит в Арабских Эмиратах сейчас, Экспо 2020. Но если так двумя словами, да, я думаю, они все слышали, то, наверное, как любят говорить в Эмиратах, у нас самое высокое здание, у нас самый крутой аквапарк, у нас все самое-самое, мы побили рекорды Гиннесса там и там, то эта выставка не является исключением. Она стартовала 1 октября и будет по 31 марта. Представлено 200 стран-200 павильонов, что уже сразу бьет все рекорды. Каждый день разная программа представлена, более 20 развлекательных площадок, более 200 фудкортов разного направления кухни. Представлены практически все страны мира. Каждая страна имеет свой уникальный подход к вопросу космоса, мобильности, инноваций. То есть это безупречное. В Арабских Эмиратах просто построили отдельный такой город с вот такими вот классными павильонами. Если вы не знали, она проходит с 1851 года, проходит раз в 5 лет, и на Востоке она проходит впервые. Поэтому они, собственно, сделали все, чтобы весь мир запомнил, что такое Экспо в Арабских Эмиратах. Хочу вам показать вот такой вот слайд. Это павильон России, если кто еще не был, да, на этой выставке. Когда нам наши коллеги еще до начала выставки читали вебинары о том, что павильон России будет такой классный, такой интересный. Ну, я скажу честно, я так смотрела, немножко скептически настроена на это, на все. Думаю, наверное, наши поставят посреди павильона матрешку, разукрашенную хохломой какой-нибудь, и на этом дело кончится. Ну, как бы, чему удивляться? На самом деле, когда мы приехали смотреть эту выставку, и нас привели для начала к павильону России, да, вот здесь очень абстрактно нарисована такая красивая картинка, и когда мы увидели то, что реальную картинку, то, что было сделано, ну, это действительно впечатляет. Очень интересно, очень инновационно, а это потрясает. А когда заходишь внутрь, представлена такая интереснейшая экспозиция, вот, и интерактивные разные объекты. Честно, берет гордость за нашу страну, что мы смогли представить такой классный объект, вот, который не уступает другим представленным павильонам. Поэтому, кто еще не съездил, есть еще время до 31 марта, обязательно посетите эту выставку, поскольку компания «Артур» является официальным распространителем билетов на Экспо 2020, вы можете смотреть у нас на сайте, у нас представлены лендинг, где есть вся информация, у нас представлена стоимость билетов, на данный момент стоит 50 дирхам, по-моему, это 14 долларов, детям и пожилым людям бесплатно, есть и скидки, то есть этот билет, он уже, вы один раз покупаете, он до конца выставки будет действовать у вас. Это представлено павильон Арабских Эмират, как они говорят, летел орел, опустил крылья, и получилась такая вот красота. Вот, как я уже сказала, каждый день разная программа, ну, конечно, очень впечатляющая, поэтому я, знаете, как обычно говорю, есть вещи, которые нужно обязательно увидеть, обязательно запомнить, да, хранить в своей голове, потому что это просто безупречнейшее и интересное, и потом, возможно, рассказывать с дальнейшим нашим поколением. Я отношу именно эту выставку к таким вот важным вещам. И, как я уже сказала, у нас на сайте есть лендинг по Экспо, а также есть лендинги по другим направлениям. Интересная представленная информация. Можно смотреть на любом устройстве. Все сделано для того, чтобы вам было комфортно и удобно. Вот я читаю комментарии. Пишет, российский павильон действительно один из лучших. Многие иностранцы это поддерживают. Это 100% так, потому что мы были во многих павильонах, ну, конечно, кстати, вы можете говорить своим клиентам, когда будете продавать, что один день маловато, конечно, пару дней вот точно нужно, чтобы сходить, чтобы увидеть как можно больше павильонов, потому что выставка огромнейшая просто, хочется все посмотреть и уделить всему внимание,
А на это нужно, ну, точно, как минимум 2 дня. И обязательно оставаться на вечерние программы, там каждый вечер выступают звезды. Вот, и, конечно, я всегда рекомендую подписываться на наш дайджест. Мы не спамим, отправляем всего 3 раза в неделю. Здесь вся самая интересная информация, все наши акции, флеш-сейлы, спецпредложения, все наши поездки в регионы, наши семинары, вебинары и наши мероприятия. А этот слайд я поставила для того, чтобы вы понимали, с кем вы работаете, в плане, возможно, даже контакты некоторых наших коллег будут полезны. Также здесь есть наш генеральный директор Дмитрий Арутюнов, Дмитрий Николаевич. Вот, его есть контакт, если захотите кого-то похвалить, может быть, поругать, но надеюсь только похвалить, пожалуйста, пишите. Также руководители других департаментов. Это и ОАЭ, и Островов, и коллеги моя Нина Погосяна и я, которые работают с агентствами непосредственно, которые всегда готовы ответить на любые ваши вопросы. Вот, пожалуйста, обращайтесь. И подписывайтесь на нас в социальных сетях, мы очень френдли, мы всегда готовы к сотрудничеству, к диалогу, мы всегда ждем вас у нас в гостях. У нас впереди, кстати, очень классное мероприятие, опять-таки, которое мы проводим уже несколько лет, зарекомендовали себя как компания играющая, а играем мы в боулинг. Вот, у нас впереди 20 марта состоится боулинг и караоке-турниры, которые мы проводим для всероссийских, для работников туризма. Поэтому, пожалуйста, пишите на почту маркетинга или в социальных сетях, пишите нам, что мы вас с удовольствием зарегистрируем. Вот, будем ждать ваших заявочек. Я благодарю вас за ваше внимание, за ваше время, за то, что выбираете компанию «Артур». Вот, опять-таки, здесь на слайде наши контакты, отдела маркетинга. Вот, пожалуйста, пишите, звоните, будут вопросы, задавайте. Мы всегда работаем для вас, мы всегда на связи. Я желаю вам успешных продаж и передаю слово своей коллеге Анастасии Плеховой, которая сейчас погрузит вас в мир арабской роскоши, в классные отели, такие как Raffles и Hyatt. Вот, Анастасия, передаю вам слово и остаюсь со всеми на связи. Желаю всем удачи, всего доброго. Добрый день, дорогие коллеги. Скажите, пожалуйста, слышно ли меня, видно ли меня? Рада вас всех приветствовать. Анжелика, спасибо большое за прекрасную презентацию Артура. И со своей стороны должна сказать, что у наших отелей с Артуром действительно это уже не сотрудничество, это уже дружба, это уже такие теплые семейные отношения. Нам очень приятно, как Артур нас поддерживает. Мой отель достаточно молодой, 5 месяцев, и очень признательны, что у нас есть такая поддержка. Сегодня я с большим удовольствием расскажу вам о 2 наших отелях: Raffles The Palm Dubai, пляжный курорт Palm Jumeirah. И совсем немного мы с вами поговорим про наш городской проект, отель Hyatt. И прежде чем мы начнем погружаться, я хочу включить видео для того, чтобы погрузить вас действительно в атмосферу этой сказки, этой роскоши, этого отдыха. До того, как я включу видео, буквально небольшой комментарий. У нас нету моделей. Все люди, которых вы увидите в ролике, это члены королевских семей, это амбассадоры Raffles. Raffles – это действительно ультра-лакшери бренд, который признан многими-многими действительно королевскими особами. И мы с вами еще поговорим, что наш отель действительно напоминает дворец. Сейчас же погружаемся в нашу... First time here, I love it. I think he's really cool. Magnifique. Royal. Chic. J'ai vécu 3 jours dans un Raffles. I love it. The Raffles Hotel, I mean, it's iconic. C'est une belle combinaison. Very cool. After Raffles. What makes me happy? Raffles. Welcome to Raffles. Raffles is waiting for you. Я надеюсь, вы впечатлились, всего 30 секунд, но успели прочувствовать, мне очень нравится эта фраза «Raffles is waiting for you».
До того, как мы перейдем непосредственно к обсуждению нашего прекрасного отеля, хочу буквально несколько слов сказать о Raffles как о бренде. Raffles – это отели, которые работают по всему миру, но всего 17 отелей, потому что Raffles – это всегда уникальный продукт. У Raffles как у бренда есть три особенности. Одна из них – это наша фокусировка на культуру. Наш отель не исключение, и мы много раз во время презентации будем к этому возвращаться. Raffles – это бренд, где всегда для каждого гостя работают батлеры, дворецкие. И Raffles – это бренд, который всегда пытается добиться у наших гостей состояния emotional luxury, эмоциональная роскошь. Именно поэтому все наши коллеги, которые непосредственно работают с гостями в обязательном порядке, проходят тренинги на эмоциональный интеллект. Для нас это очень важно, чтобы мы гостей чувствовали и понимали. Коллеги, напоминаю, что если у вас будут возникать вопросы, пожалуйста, пишите, задавайте. Я с удовольствием буду сегодня с вами работать в режиме диалога. Наш отель Raffles The Palm Dubai. Мы были открыты 22 сентября 2021 года. Действительно, отель новый. На данном слайде вы видите наше месторасположение. Мы находимся на Palm Jumeirah. Вот здесь наш прекрасный отель. От отеля мы предоставляем трансфер до Nahil Mall, до торгового центра, который находится непосредственно на Пальме. Здесь прекрасная прогулочная новая зона West Beach. И от нашего отеля буквально 5 минут езды до The Point. The Point – это прогулочная зона, и здесь сейчас также представлены самые большие фонтаны в мире. Поэтому месторасположение действительно великолепное. До района Дубай-Марина, вы знаете, это очень популярный район, где всегда приятно прогуляться, поужинать, посмотреть на яхты. До Дубай-Марина от нашего отеля ехать буквально 15 минут. Отель наш вдохновлен дворцами 18 века. И это, безусловно, очень сильно видно в нашем интерьере и во всем отеле это читается. Когда ваши гости к нам приезжают, они заходят в отель, они сразу видят лобби. Стойки ресепшн, стойки консьерж, они чуть-чуть спрятаны для того, чтобы сразу гости окунались полностью в нашу атмосферу. Мы вдохновлялись не просто дворцами 18 века, а европейскими дворцами. Именно поэтому все материалы привезены из Европы. Потрясающая люстра, украшенная 40 тысячами кристаллов Сваровски. И абсолютно во всех номерах все светильники кристаллами Сваровски украшены. Наш основной купол украшен золотом, 2400 квадратных метров золота было использовано. Мебель в лобби, в нашем лобби-лаунже, и в том числе мебель в гостевых номерах от итальянской фабрики, итальянского дизайнера Франческо Малон. У нас есть очень необычная позиция в отеле, у нас работает коллега Андреа, он занимает должность куратора по мебели. Андреа много лет работал в Милане на непосредственной фабрике Франческо Малон. Сейчас он является сотрудником нашего отеля и следит, чтобы мебель была просто в безукоризненно идеальном состоянии. Продолжаю рассказывать о том, что еще украшает наш замечательный отель. Ирландские ковры, колонны из уникального мрамора, он действительно уникальный, он добывается в одном месте в мире, деревня Борба в Португалии, нашему мрамору 300 миллионов лет. И действительно 99% того, на что вы и ваши гости будут смотреть, сделано специально под заказ для здания, для отеля Raffles. И именно это подчеркивает нашу приверженность к культуре. У нас представлена очень красивая арт-коллекция Бернард Луидон, Томас Кинкейд. Сейчас в отеле проходит выставка «Современные эмиратские художники» выставляются. Поэтому здесь, конечно, разгул еще и для эстетов, для любителей живописи. И на слайде вы видите представлены наши основные фичерс, основные особенности отеля. 381 номер. На данный момент мы самый большой Raffles в мире и 8 потрясающих вилл. Переходя к номерам.
Категорий номеров достаточно много, безусловно, все они представлены на сайте компании «Артур». Заходите, пожалуйста, проверяйте стоимость, сейчас идут очень действительно привлекательные цены. Сами комнаты, первые 6 категорий номеров, комнаты выглядят абсолютно одинаково. Deluxe, Premier, Premier Garden, клубные номера, комнаты одинаковые. 61 квадратный метр, селим мы 2 плюс 2. Комнаты наши представлены в двух цветовых палитрах. Это платина или золото. Мы не гарантируем цвет, то есть мы не разделяем категории по цвету. Но если вы знаете, какая палитра, да, предпочтительнее для ваших гостей, пожалуйста, сообщайте нам, оставляйте ремарки в бронировании, и гости однозначно точно будут заселены в тот номер, который вам нравится. Так, номер Deluxe. 61 квадратный метр. 2 плюс 2 мы размещаем, при этом подчеркиваем, что одна дополнительная кровать стоит для гостей, второй ребенок размещается с родителями. Конечно, в номерах есть все, что должно быть в отеле 5 звезд. Кофемашина, бесплатный интернет, халаты, тапочки, пляжная сумка, пляжные тапочки также есть. Особенность первой категории номеров. В номере Deluxe мы не гарантируем наличие балкона. Это очень важно. И номера Deluxe, как вы видите, они не указаны вид, поскольку эти комнаты могут идти с видом на наш резорт. И здесь мы не гарантируем вид на море. Поэтому, когда вы бронируете Deluxe, это красивая комната, но может быть с балкона, может быть без, и смотрит она на территорию отеля. Дальше все достаточно просто. Номера Premier, комнаты точно такие же, но в комнатах Premier уже гарантирован балкон, и здесь мы их делим по виду. Ocean View, соответственно, мы смотрим на внешнюю сторону пальмы, на открытое море, сколько хватает глаз. Palm View мы смотрим на внутреннюю сторону пальмы, на лагуну, на Бурж-Дараб, на виллы, на район Дубай-Марина. И вид на пальму, конечно, для нас всегда немного дороже, поскольку пальма – уникальное сооружение. Только в Дубае сейчас такие сооружения представлены, наши замечательные Палм-острова. Следующая категория – Premier Garden Walk. Эта комната находится на первом этаже. Garden Walk – прогулка по саду. Соответственно, все очень легко и логично. С этих номеров, с террасы есть выход в наши замечательные сады на территорию отеля. Raffles – клубные номера. Клубные номера у нас располагаются на третьем, четвертом этажах. Здесь чуть-чуть больше балкон, и здесь есть доступ клуб. Мы с вами по ходу презентации обязательно отдельно обсудим клубный лаунж. В клубный лаунж у нас есть доступ у клубных номеров, у люксов и у вилл. И как я вам говорила, наши коллеги дворецкие батлеры работают для всех категорий номеров. Но для Deluxe и Premier услуги батлера предоставляются бесплатно, но под запрос. Начиная с клубных номеров, наоборот, наши коллеги инициируют сервис. То есть здесь уже батлер всегда на связи с гостями. Не батлер, а команда батлеров, если совсем точно вдаваться в детали. Отдельным слайдом мы выделили для вас коннект-номера, поскольку действительно мы видим запрос от большого количества больших семей, компаний, друзей. Это вопрос один из самых популярных. В отеле выделена отдельная категория Family Ocean. Family Ocean – это две комнаты Premier, которые идут гарантированно интерконнект. То есть две комнаты Premier Ocean мы выделили в отдельную категорию для того, чтобы вы для гостей могли гарантировать интерконнект. И номер Family всегда по стоимости будет более привлекательным, нежели два номера бронировать отдельно. Клубные номера также могут идти интерконнект, но здесь уже только под запрос. Поскольку в семейном номере не предполагается доступ в клубный лаунж, а у нас однозначно есть категория гостей, которые понимают выгоду клубных номеров и хотят останавливаться в клубе, но хотят номера рядом, не гарантированно, но под запрос такие номера чисто физически в отеле есть. Мы с вами поговорили по комнаты, они прекрасно описаны на сайте компании «Артур», поэтому еще раз вас призываю заходить, смотреть, проверять и посмотреть наши цены.
по комнатам депозит мы берем, депозит в нашем отеле является обязательным. Депозит составляет 500 дирхам за номер за ночь, это около 120 долларов за ночь пребывания. Депозит может быть снижен, но в любом случае он обязательно какая-то сумма будет. Вижу вопрос от Дарьи, спасибо вам за вопрос, на каких этажах располагаются номера Family Option. В нашем отеле 7 этажей, и первый этаж полностью выделен под категорию номеров Premier Garden Walk. Комната с видом в сад – это всегда первый этаж. Второй этаж – это Deluxe и Duplex номера. И Family Ocean комнаты будут идти с третьего по шестой этаж включительно. Трансфер до The Point мы сейчас не предоставляем. Трансфер от отеля предоставляется только до торгового центра на Hill Mall. Но гости могут запросто воспользоваться услугой такси, поскольку это действительно очень близко. Я думаю, что 3-4 доллара – это стоимость одной поездки однозначно на такси, потому что действительно это буквально 5 минут. Я говорю буквально, потому что если игнорировать камеры, можно умудриться прям за 3. Продолжаем. Если у вас появляются вопросы, спасибо вам большое за обратную связь. Пишите, пожалуйста, по нашим люксам. Люксы. Все также работают с командой консьерж. У всех номеров люкс есть доступ в клубный лаунж. И дюплекс – это наша первая категория люксов, одна из моих любимых. Здесь высокие потолки, 6,5 метров. Это все номера, которые находятся на втором этаже, смотрят на нашу территорию. И наша территория – это действительно прекрасный вид. Вы сами увидите, это наши лужайки, газоны, пальмы. В отеле очень много зелени. Здесь, как вы видите, высокий потолок, и спальня находится непосредственно в лофте на мезонин этаже. Поскольку здесь представлены ступеньки, в номерах дюплекс мы не размещаем деток. Здесь максимальное размещение будет трое взрослых. Следующая категория – это Signature Suite. Signature Suite – это комнаты One Bedroom, 110 квадратных метров, отдельная гостиная, отдельная спальня, полноценная межкомнатная дверь, все комнаты с балконами, также представлены в двух цветах – в золоте и платине. Вижу вопрос от Ирины относительно депозита. Депозит, как в любом отеле, гости могут оставить или наличными средствами, или на карте. Если гости депозит оставляют картой, в этом случае со стороны отеля разблокировка происходит сразу. Мы деньги не замораживаем, мы тут же делаем разблокировку. Но домашний банк, как правило, занимает какое-то время для того, чтобы эту сумму именно разблокировать на счете гостей. То есть с нашей стороны это происходит моментом сразу после выселения. С Юта мы также делим Signature Suite с видом на море и с видом на пальму. Следующая категория – Premier Suite One Bedroom. Это номера уже больше по площади, 163 квадратных метра. И здесь также One Bedroom – одна большая гостиная, одна большая спальня. У нас в отеле, к нашему большому сожалению, нет люксов, которые бы шли интерконнект с номерами. Комнаты премьер могут быть рядом с люксами, но гарантировать, даже не гарантировать, а предложить интерконнект, к сожалению, не наших возможностей, поскольку физически коннектов нет. Премьер джакузи сьют One Bedroom, премьер сьют мы с вами обсудили 163 квадратных метра. Этот номер точно такой же, но здесь очень большая терраса, на которой стоит джакузи, соответственно. По депозиту за Family Room вы абсолютно правы, сумма депозита у нас стандартная, она берется за любую категорию номера, то есть сумму депозита мы не варьируем в зависимости от категории. Family Room – это два юнита, но по факту гостям мы его предлагаем как одну комнату, поэтому да, депозит 500 рублей. Мы с вами переходим к президентским номерам. Президентский номер, я сейчас здесь чувствую, я прям чувствую себя королевой эфира, потому что действительно это очень красиво, это потрясающая мебель, это 350 квадратных метров, две спальни. Как я обозначила, у нас нет интерконнект номеров, поэтому если ваши гости заинтересованы в том, чтобы размещаться с двумя спальнями и с гостиной, здесь уже автоматически президентский номер мы предлагаем. В президентском номере работает персональный батлер, так же, как и в королевском номере, который сейчас представлен, Royal Suite, так же, как и на виллах. Royal Suite – это 770 квадратных метров, это самый высокий этаж, да, гостевой наш, три спальни,
потрясающая обеденная гостиная зона, отдельный кабинет, шикарная ванна. В общем, действительно все, о чем гости могут только мечтать. Мы с вами переходим к виллам. До того, как я начну вам очень красиво рассказывать, потому что вилла действительно достаточно уникальный продукт Дубая, считанное количество отелей, которые виллы предлагают, мне очень важно вам рассказать о том, что наши виллы включены в наши промо-цены. Поэтому наши виллы вы также всегда можете на сайте компании «Артур» проверить и забронировать. Поскольку это промо-цена, вы всегда можете гарантировать увидеть, да, в системе, до какого числа она действует, и также проверить наличие. Это очень важно, потому что вы знаете, что есть часть отелей, которые цены наличия меняют, да, если работают в динамике, это не всегда очень удобно для гостей. Наверное, это никогда не удобно для гостей. Мы тот отель, который стараемся быть максимально комфортными, в первую очередь, для своих партнеров, для вас, и поэтому промо-цены на виллы в том числе у нас действуют. Вилл 8, как вы видите на слайде, 6 вилл категории Royal Villa, 2 виллы Imperial. Все наши виллы на 4 спальни. На каждой вилле полностью оборудованная кухня, где есть действительно все. Блендеры, кофемашины, посудомоечные машины, стиральные машины, плита, духовка, микроволновка. В общем, действительно можно встать и сразу готовить, если гости приезжают с шефом или если они что-то, да, хотят, чтобы наш персонал им помог, безусловно. На всех виллах есть лифт. Каждая вилла оборудована частным спа. На каждой вилле процедурная комната на 2 персоны. В каждой вилле свой хамам, своя парная. Виллы абсолютно обособлены, то есть действительно абсолютно приватное пространство. Если гости хотят оставаться инкогнито, у них 100% есть такая возможность. Каждая вилла также оборудована своим бассейном. В Imperial Villa бассейн находится в саду, как мы сейчас видим. И Imperial Villa, виллы самые ближайшие к морю, самые близкие, да, к береговой линии. Royal Villa находится на территории, и здесь, в Royal Villa, бассейн находится на крыша. Для вилл у нас действует много привилегий. Это и персональный батлер, это трансфер из до аэропорта, кабана на пляже, у гостей есть доступ в клубный лаунж. Опять же, на сайте компании «Артур» все это прекрасно расписано. И если вы работаете с гостями, безусловно, чем больше информации вы обладаете, тем больше доверия мы вызываем у наших гостей. Поэтому, пожалуйста, знакомьтесь, смотрите. Легендарный сервис батлеров, уже не раз мы с вами упомянули про дворецких. Дворецкий – это персональный помощник для ваших гостей. Напомню, в категории номеров «Делакс», «Премьер» дворецкие работают по запросу, то есть гости должны попросить, чтобы дворецкий пришел, сервис оказал это бесплатно. Если ваши гости заселяются в клубные номера и в люксы, гости проходят заселение в клубном лаунже непосредственно и сразу знакомятся с командой дворецких. Создается чат в любом удобном для гостей мессенджере, где уже дворецкие сами инициируют сервис. Скажите, пожалуйста, когда мы можем разложить ваш чемодан? В какое время вам было бы удобно, чтобы мы пришли там сделать уборку номера? Необходимо ли что-то дополнительное и так далее? Коллеги работают с командой батлеров. У нас большое количество русскоговорящих сотрудников, но мы не гарантируем, что русскоговорящий сотрудник будет на смене всегда. Персональный дворецкий работает для президентских номеров, королевских номеров и вилл. И здесь уже, конечно, мы готовы гарантировать, на каком языке наш батлер, да, будет общаться, если мы заранее об этом знаем. Клубный лаунж. Клубный лаунж работает в течение всего дня. Здесь мы предлагаем безалкогольные напитки для гостей в течение дня всего. Но также здесь проходят 4 кулинарные презентации. В клубном лаунже мы сервируем завтрак. То есть гости могут выбирать, завтракают они по меню в клубе или в нашем основном ресторане «Le Jardin». Клуб у нас находится на 6-м этаже, это действительно очень красивое помещение, вы видите прекрасные террасы, вид на пальмы, вид на море. В клубном лаунже проходит обед, и мы подчеркиваем, что это полноценный обед, это полноценное второе питание, также по меню. Здесь очень изысканные блюда, эскалопы, гребешки, фуа-гра,
бараньи ребрышки и так далее, креветки, рыба, мясо. То есть это действительно качественный, полноценный обед, который включен. Также клубный лаунж включает послеобеденный чай, да, традиция британская, afternoon tea, и happy hours, evening aperitif, 2.5 часа вечера с 5 до 7:30, когда мы для гостей безлимитно сервируем алкогольные напитки и закуски. И также на afternoon tea у нас выступает прекрасная скрипачка, играет только современные композиции. Это действительно очень приятное время, потому что закат, скрипка, наша замечательная коктейльная карта. Нам очень приятно видеть, как гости наслаждаются и отдыхают с нами. Мы же с вами двигаемся дальше, обсуждаем наши рестораны и бары. Всегда разговор о нашей кухне. Мы начинаем с того, что нашу кухню возглавляет господин Батухан Пиати, наш главный шеф-повар. Наш шеф наполовину турок, наполовину итальянец, поэтому действительно у нас во всех ресторанах читается такая миксовка разных культур. Блутнер Холл – это наш лобби-лаунж. Здесь гости, да, могут отведать чай, кофе, закуски. Также здесь есть меню. Ле Жардон – наш основной ресторан. Здесь мы сервируем завтрак, обед и ужин. Завтрак, обед и ужин всегда сервируются по системе шведского стола-буфета. Сейчас у нас действует концепция питания «Half-board dine around». Это говорит о следующем. Когда ваши гости с нами бронируются на полупансионе, во-первых, гости могут менять обед и ужин. Обед – шведский стол для жардо, ужин – шведский стол для жардо. Или гости могут, если они не хотят ужинать на буфете, гости могут использовать ваучер номиналом определенным 295 дирхам на человека, который гости могут использовать в любом баре или ресторане нашего отеля. Матанги – это наш японский ресторан, он работает только на ужин. Здесь у нас итальянский шеф-повар, поэтому такой интересный микс. Соло – джаз-бар. Отель достаточно тихий, спокойный, но джаз-бар у нас работает ежедневно. Каждый день здесь живая музыка, кроме понедельника. Сейчас так как нам поменяли, да, выходные, я думаю, вы знаете, мы как все отдыхаем в субботу, воскресенье, наконец-то. И в Соле каждый день живая музыка, это действительно классные джаз-бенды, каждый раз разные, у каждого бенда своя специализация, кто-то играет латинский джаз, кто-то Фрэнка Синатру, такую больше классику, у нас есть ночи фанки-джаз, это прекрасное заведение, работает до 3 часов утра, что тоже позволяет нашим гостям отдыхать, наслаждаться до поздних часов. Raffles Patisserie – наша кондитерская, которая работает в лобби с потрясающим шеф-поваром Жан-Люко из Италии. И Piatti by the Beach – это наш итальянский вегетарианский ресторан, он находится непосредственно на пляже нашего отеля. Half-board dine around – описание прекрасное есть на русском языке, которое, безусловно, сразу объясняется, дается всем нашим гостям, для того, чтобы также гостям было удобно, и они понимают, что, да, включено в концепцию, как это делать. Дарья, я вижу ваш комментарий, спасибо большое, он достаточно объемный для того, чтобы я могла рассказывать и сразу прочитать, но у нас останется доступ в чат, и мы обязательно обратим ваше свое внимание на ваш комментарий, потому что, безусловно, фидбэк, я особенно понимаю, мы говорим, у гостей очень важен для менеджмента отеля, для нас. Wellness и спа, наш потрясающий спа-центр Saint-Mont. Saint-Mont – это парижский бренд косметики, он эксклюзивно представлен в наших отелях, в Raffles и в Ханди. И наша спа, она действительно потрясающая. 3000 квадратных метров, 23 процедурные комнаты. Сейчас у нас есть очень необычное оборудование кровати с кварцем, с водой, для того, чтобы гости еще больше отдыхали, расслаблялись, избавлялись от токсинов. В нашем спа представлен крытый бассейн. Раньше он был только для взрослых, сейчас он уже работает как бассейн семейный, потому что, безусловно, преобладают гости с детишками. Студия для йоги и тренажерный зал также открыты в спа-зоне. Наш пляж. Мы получаем очень много вопросов по пляжу, поэтому, безусловно, здесь заостряем свое ваше внимание. Пляж наш выходит на внутреннюю сторону Пальмы, так же, как и абсолютно всех отелей, которые на Пальме находятся. Пляж собственный, песчаный, 500 метров.
2,5 года назад был завезен песок из Мальдив 25 сантиметров. К сожалению, вряд ли этот опыт повторится, поскольку Raffles является частью компании Accor. И у Accor сейчас достаточно жесткая система поддержки экологических инноваций, и перевозить песок с места на место не экологично, поэтому мы будем справляться дальше с песком, который у нас уже есть. И здесь хочу вам показать вот разрыв пальмы. Для нас это очень важно. Когда вы смотрите на пальму, есть два разрыва, два моста, и вот здесь под мостом установлены турбины для того, чтобы увеличивать циркуляцию воды. И наше месторасположение, безусловно, очень хорошо, поскольку здесь циркуляция действительно идет достаточно активно, но, тем не менее, очень приятно. В СПА можно пойти бесплатно. Процедуры в СПА-центре все за дополнительную плату, но сауна, крытый бассейн, студия для йоги, где проходят групповые занятия, тренажерный зал, бесплатный. Я надеюсь, я, Ирина, ответила на ваш вопрос. Шезлонги у нас стоят не только на пляже, но и на нашем прекрасном газоне, птички, волны. Здесь очень любят отдыхать родители с маленькими детками, потому что на траве, безусловно, удобнее, чем на песке, например, для детишек. Наш детский клуб Young Voyageur. Детский клуб у нас работает для деток с 3 до 8 лет. Мы рады приветствовать детей более взрослых, но просто не видим большого интереса к активностям, которые мы проводим. Для деток постарше у нас есть и онлайн-игры, PlayStation, настольные игры. Но все-таки наша программа активности составлена таким возрастом, что оптимальный возраст с 3 до 8. Русскоговорящий персонал у нас есть абсолютно в каждом отделе нашего отеля, и в том числе в детском клубе по-русски наши коллеги разговаривают. У нас две прекрасные Ани, которые замечательно работают с детками, всегда находят общий язык. Торжества и конференции, я не буду очень подробно здесь останавливаться, единственное, что вам скажу, конечно, прекрасный банкетный зал, переговорные комнаты, частный кинотеатр, который мы используем для проведения мероприятий. Мы работаем с очень разными мероприятиями. Если ваши гости хотят совместить поездку с каким-то празднованием, свадьба, юбилей, дни рождения, безусловно, в индивидуальном порядке все это делается и обсуждается. Наша прекрасная территория. Я закончила свой рассказ по отелю Raffles. Подвести, да, небольшой итог. Raffles – это отель новый. Это отель с очень интересным дизайном. Когда ваши гости приезжают к нам, они действительно чувствуют себя как в дворце, как в сердце Европы. Но современный Дубай, он очень рядом. Отелю 5 месяцев, и когда мы, открывая отель, думали о том, кто же наш клиент, мы себе представляли такие респектабельные пары. А на самом деле у нас очень много молодежи, возрастная категория 25-34 – это лидирующая группа по возрасту, и очень часто это гости и с детьми, и очень часто без детей. Мы видим определенную категорию молодежи, которые хотят, чтобы в отеле было тихо и спокойно. Рядом с нами прекрасные другие отели, где есть ночные клубы, где есть бары, до Дубай Марины, как я сказала, всего 15 минут. Но гости, которые приезжают к нам, наслаждаются тишиной, пением птичек, слышат волны, атмосфера абсолютного спокойствия, релакса. У нас никогда не будет шумных вечеринок, диджеев, потому что здесь больше про классическую музыку, про такой фоновый бэкграунд, про то, что действительно вы расслабляетесь и телом, и душой. И я напомню, что наша основная цель для того, чтобы гостей добиться эмоциональной роскоши. Напоминаю, пожалуйста, свою просьбу вам зайти проверить цены на сайте компании Артур, потому что отель действительно очень качественный, с очень хорошим фокусом именно на сервис. Батлеры для ваших гостей работают, клубные для привилегий для клубов. Но поскольку мы открыты первый год, сейчас действительно очень-очень привлекательные цены.
Мы с вами движемся дальше. У нас буквально 6 слайдов осталось по отелю Hyatt. Это городской бренд. Здесь, безусловно, совсем другая концепция. Если Raffles – это про тишину, про спокойствие, вот Hyatt – это как раз наоборот. Это для гостей, которые хотят очень активно отдыхать, которые хотят быть в самом центре Дубая, которые хотят энергии, молодости. Я для вас приготовила небольшое видео, оно совсем коротенькое, 15 секунд, но оно точно погрузит нас в атмосферу отеля. Смотрим. Так интересно представлять такие разные бренды. Hyatt – это американская цепочка отелей. Отель наш 5 звезд. Открыт он был 11 ноября 2021 года. И Hyatt как бренд сейчас открыт только в Штатах, но изначально Hyatt открывались как ночные клубы. А потом уже из ночных клубов они переросли в гостиничную цепочку. У нас в отеле ночных заведений нет, но здесь прекрасные рестораны. И концепция такая же, что люди заходят к нам на рестораны, на активности и уже остаются в отеле. Замечательное также ценовое предложение действует. В отеле 276 номеров. Все номера с балконами, номера делим мы по виду, у нас есть часть комнат, которые гарантированно смотрят на Бурдж-Халифу, на самое высокое здание в мире. Hidden Place и Hideaway – это премиум номера, junior suite, executive suite. На слайде представлена наша внутренняя классификация отелей по стандартам бренда Hyatt. На сайте у туроператора все будет гораздо проще. Hideout – это номер стандартный, Hideout Plus – номер Deluxe, Hyatt Plus – номер Deluxe Plus, Hideaway – премиум номер и так далее. Комнаты от 40 квадратных метров, что действительно достаточно много для городского отеля. Размещение максимальное здесь в комнатах именно 2 плюс 1. Отель больше рассчитан на молодежь. Именно поэтому здесь в комнатах мы селим 2 плюс 1, а вот уже начиная с люксов мы размещаем 2 плюс 2 или 3 плюс 1. Hide Me – это наш junior suite и Hide Us – это наш families номер. Что здесь для нас важно подчеркнуть, и мы надеемся, вы это запомните при своих бронированиях. Hide Me Junior Suite – это комната, которая гарантированно смотрит на Бурдж-Халифу, но это одно большое помещение, 54 квадратных метра. Hide Us – это family номер, это отдельная небольшая гостиная, где стоит софа, которая раскладывается, и отдельная спальная комната. Но Hide Us – это комнаты, которые всегда смотрят с видом на город. Поэтому здесь такое для нас важное разделение. Представлены наши аутлеты в Hyatt. В Hyatt работает три замечательных ресторана. Это Katsuya. Katsuya – это японский ресторан. Hudson Tavern – традиционный американский бар-лаунж. Клео – ресторан для вантийской кухни, все, что касается Африки Северной и стран залива. И Perk – это наша кофейня. Отель работает на трех планах питания. Это room only. Вы можете бронировать отель без питания, только комната. Это, безусловно, очень удобно для гостей, особенно которые по бизнесу с нами отдыхают. Можете бронировать на завтраках и на полупансионе. И в Raffles, и в Hyatt полупансион – это максимальный план питания, который у нас представлен. В Hyatt гости могут менять заведение, где они обедают или ужинают. Сейчас обед сервируется как в Katsuya, так и в Клео. Это сет-меню. Завтрак всегда международный, буфет проходит в Клео. На обед гости выбирают Katsuya или Клео сет-меню. И на ужин также гости выбирают один из трех ресторанов по сет-меню. Katsuya, Клео, Hudson. Единственный комментарий, поскольку Hudson – это питейное заведение, на ужин мы сюда не пускаем с детками. Вы знаете, по закону Эмиратов
для того, чтобы посещать бары и рестораны, наши гости должны быть старше 21 года. Хайт – отель городской, но мы, безусловно, понимаем, что в Дубае гости, как правило, приезжают за пляжным отдыхом. Именно поэтому мы 6 раз в день вывозим гостей на пляж Ламер. Ламер – это пляж муниципальный, городской. Здесь бесплатный вход, душевые и переодевальные кабины. Гости могут снимать в аренду шезлонги, зонтики, или гости же могут самостоятельно на полотенцах, да, размещаться. Полотенце, безусловно, отель предоставляет. Ламер находится в 10-15 минутах езды от отеля. И, как вы видите, по времени очень удобно, потому что действительно на протяжении всего дня 6 раз трансфер мы предоставляем. Также трансфер ходит до Дубай Молла, который, соответственно, совмещен со станцией метро Дубай Молла и, безусловно, с Бурдж-Халифой. И Bay Square – это рядом с отелем, такой бизнес-центр. Очень много к нам приезжают гостей по бизнесу именно. И Bay Square также это место, где просто очень приятно погулять вечером, потому что здесь большое количество кафе, баров и ресторанов представлено. Отель наш находится на набережной Дубай Крик. Мы от Бурдж-Халифа отделены еще и каналом, и, соответственно, мы решили взять максимум своего локейшена. Гости наши с большим удовольствием вдоль канала гуляют. Это действительно приятная набережная. И также от отеля мы предоставляем, как вы видите на слайде, велосипеды и электросамокаты. Определенное время бесплатно, и потом за небольшую дополнительную плату. В Хайде также представлено спа, Сенкмонт. За дополнительную плату ваши гости с услугами нашего, безусловно, прекрасного спа на 5 процедурных комнат могут воспользоваться. Хайд отель новый, интересный. Сейчас у нас действуют специальные промо-цены. И специальные промо-цены действуют на люксы. Если вы берете люкс в Хайде от 2 ночей и больше, у вас на завтра идет повышение плана питания, завтраков на полупансион. Отели очень разные, Raffles и Hyatt, поэтому я уверена, вам будет интересно разным гостям их предлагать. Вижу вопрос от Ирины относительно Raffles именинников. Не говорила сегодня об этом, но в Raffles абсолютно для каждого гостя есть специальный комплимент по заезду. И, безусловно, если мы видим, что у гостей день рождения, мы также это отмечаем специальным комплиментом от отеля. И все детки, которые приезжают в Raffles, у нас получают такие замечательные рюкзачки по заезду. Сам рюкзачок очень приятный, оранжевый, с нашими мишками, которые представляют детский клуб. Мягкий мишка и бутылочка для воды будет представлен. Коллеги, если у вас остались какие-то вопросы ко мне, я с удовольствием отвечу. Если вопросов нет, мне остается только пожелать нам много клиентов, много благодарных клиентов, интересного сезона и, безусловно, хороших продаж. Мы с вами на связи. Я, безусловно, хочу поблагодарить еще раз Артура, потому что это действительно всегда отдельное удовольствие работать с профессионалами. И Артур – это та компания, которая, безусловно, вот я правда говорю, даже уже не партнеры, а друзья, мы прекрасно работаем, мы прекрасно сотрудничаем. Спасибо огромное, я отключаюсь и желаю нам всех самого-самого лучшего. Спасибо огромное, хорошего продолжения дня.